Здравствуйте, дорогие ребята! Я попрошу вас встать и поприветствовать друг друга. Встаньте, пожалуйста. Я уверена, что эти 20 минут будут наполнены творчеством, вашими мудрыми мыслями, а самое главное – солнечным настроением. Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему «Привет!» Дружнее, ребята! Когда нам солнце дарит свет, мы говорим ему большой «Привет!» И через много-много лет друзьям вы скажете «Привет!» Ну и, конечно же, от доброго слова мы слышим «Привет!» Меня зовут Евгения Игоревна. Я приветствую вас. Пусть эти добрые слова и радостные улыбки, которые вы сейчас подарите друг другу, останутся с вами на протяжении всего сегодняшнего дня. Повернитесь к соседу слева, подарите улыбку. Повернитесь к соседу справа. Повернитесь к нашим уважаемым жюри и подарите ваши очаровательные улыбки. Ко всем повернитесь. И мы начинаем. Присаживайтесь, пожалуйста. Ребята, тихо, слушай внимательно. Мы с вами постоянно употребляем много разных слов. Мы знаем значение этих слов, верно? Есть родные и близкие слова. Назовите. Вот род... Солнце. Так, верно, еще варианты. Мама. Мама. Ребята, каждый назовите. Родные и близкие. Папа. Папа. Брат. Смелее, еще родина. Родина. А есть слова важные. Как вы думаете, это какие слова? Важные. Ну, это слова вежливые, которые мы употребляем, потому что 8. Так, прекрасно, вежливые. Еще варианты? Это слова приветствия и прощания. Приветствие, прощание, верно. Еще, ребята, как вы думаете, труд – это важное слово? Важное. Долг? Мир? Долг. Но есть среди всех слов одно – самое главное – и самое важное. Вспомните какое-то слово, а я предлагаю вам послушать песню. Начинается родина с картинки в твоем букваре. Верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? О каком слове говорить? И вы догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Правильно. Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о нашей родине. Предлагаю вам немножко поиграть. Я задам вам сейчас один вопрос для всех. Но вы подумайте и ответьте честно. Для каждого из вас значит слово «Родина». Денис, ловите мячик и называй. Что для тебя значит слово «Родина»? Громче, прекрасно. Родина – это друзья, близкие, это страна. Замечательно. Родина – это… Прекрасно. Спасибо.
Знакомьтесь, ребята. Я не услышала ваш ответ. Родина — это то место, где я родилась, где я живу и где я буду жить. Прекрасно. Родина — родина для меня — это дом. Уважаемые члены жюри, скажите, пожалуйста, что для вас каждого слова родина? Родина — это моя семья. Это мои друзья. Ребята, а какая она наша Россия? Пожалуйста, по очереди назовите, как вы считаете, вот какая она? Алина. Какая Россия? Наша страна какая? А она большая и красивая. Прекрасно. Необъятная. Необъятная. Родная. И вот большая. Артём. Запоминающая. Ребята, а вы знаете, что каждая страна имеет свои символы? Я предлагаю вам провести блиц-опрос, чтобы убедиться, что вы хорошо знакомы с символами нашего государства. Как называется песня, исполняемая в особо торжественных случаях? Замечательно. Какой город является столицей нашего государства? Как называют жители нашей страны? Прекрасно. Кто является главой нашего государства? Президент Владимир. Замечательно. Как называется государственный символ, на котором изображен двухглавый орел? Какой символ нашего государства называют триколором? Какое дерево является символом России? Береза. Как называется место, где родился и вырос человек? А точнее, малая родина. Ребята, наша страна Россия. Это наша родина. Мы россияне. Россия — огромная страна. Мы гордимся нашей великой родиной. Как называется край, в котором мы с вами живем? А если мы с вами скажем, что живем в России, в Алтайском крае, то, наверное, будет очень трудно найти ваш родной уголок, так как Алтайский край большой. И поэтому вам нужно точнее назвать адрес, где вы живете. Город Барнаул. Есть еще варианты у вас? Алтайский край, город Барнаул. Еще кто-то желает? Я У каждого из нас есть своя малая. Ребята, слушайте внимательно. У нас у каждого есть своя малая родина. Это тот уголок, где вы родились, где живете со своими родителями, друзьями, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая родина – это город, а для кого-то это деревенская улица или уютный дворик с качелями. Словом, малая родина – она у каждого своя. Ребята, слово «родина» – назовите корень этого слова. А слово «родня» является однокоренным слову «родина»? Является. Предлагаю вам назвать
как можно больше однокоренных слов к слову «Родина». Родители. Ребята, смелее. Родственники. Рождение. Еще варианты, ребята. Сам корень. Сам корень. Вот так. Еще думайте. Смелее, ребята, отвечаем. Родимый. Родословное будет? А народ, ребята? Народ. Что значит слово «народ»? Население. Это жители страны. Почти у каждого слова оно дорого и близко нашему сердцу. И обозначает начало всему живому на земле. Семье, отечеству, ручейку, морю. Мой дом, моя семья – это с того, с чего начинается малая родина. Я уверена, что наш Алтайский край находится в надежных руках. Кто-то из вас в будущем совершит научные открытия, кто-то прославит край спортивными рекордами, а кто-то сочинит песни о родной земле. Ребята, сейчас я вам раздам вот этих птичек, и на них вы напишите, что же вы хотите пожелать своему родному краю. Что же вы хотите пожелать своему родному краю? Ребята, потише. Давайте с вами встанем и, начиная с Дениса, прочитаем, что же мы с вами желаем нашему родному краю. Все, ребята, тише, серьезнее будьте. А можно на... Давайте. Громко, чтобы жюри слышали нас. Прекрасно. Да. Громче. Ребята, присаживайтесь.
еще краше, необходимо ее любить, знать ее историю, украшать ее своими добрыми делами. Недаром говорится, где родился, там и пригодился. Ребята, я хочу познакомить вас со своей малой родиной, где я родилась, где прошло мое детство, где я сейчас живу. Тише едешь, дальше будешь, как говорила мама. Где-то шел, где-то ехал, где-то мчался на коне. Повидал добро и худо, посмотрел на белый свет. И вернулся вновь в деревню, не легче места нет. Вот она деревня, семечки на лавочке, на гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Мой булан спотыкался, падал я с него не раз. В городских кварталах шумных рвал рубаху на показ. А деревня, как девчонка, признавался я в любви. Под гармошку ей звучали песни первые мои. Вот она деревня, синички на лавочке, на гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Ребята, скажите, пожалуйста, в завершение нашего небольшого классного часа, какой вывод можно сделать? Родина. Словом, мы можем сказать, что Родина, она у каждого своя. Спасибо большое, ребята, вы большие молодцы.